самое. В эту сторону и смещаясь в эту сторону. Вперед. А, ничего, это вы сможете 100%. Ничего сильного такого нет. Ну, что вы понимали, поверьте мне, если люди не делают этого в процессе стресса, он забывает, что можно оружие передать. Его это, а он начинает его тянуть, бороться за ним. Зачем? Еще раз, я реагирую на его оружие, что он достал, я его блокирую, противоположно, на кисть, оружие смотрит вверх, никого со стороны не убьет. Сразу же убираю его, он уже у меня, все. И уходит, и уходит. Первое, я не режу руками, потому что многие привязываются головой к оружию, которое у них есть, не надо к нему привязываться. Если он достал, уже направил вас, убирайте с ними атаки, чтобы он вас не выстрелил. И теперь забираете его, все, я его забрал.